Как сделать пенек за 20 минут? Нужно вот ведро шитроковское, сетка, раствор, ну и руки, чтобы росли откуда надо. Вот такая заготовка должна получиться. Делать все быстро. Вот такой результат должен получиться. 18 минут засекли. Ну, понятно, надо подождать, кисточкой смахнуть все лишнее. Ну, сам факт, что это делается быстро, легко и просто.